По водной глади озера в Ерик-парке плавают утки, по набережной родители гуляют с детьми. Но идиллия нарушает звук ремонтных работ. Специалисты устраняют то, что сломали хулиганы. В очередной раз в мае месяце, когда глава города посетила Ерик-парк, она дала конкретное совершенно поручение по объектам, чтобы все было восстановлено. Вот, восстановили раз. Сегодня, как вы видите, здесь работает муниципальное предприятие «Зеленхоз», устраняет повторно все эти замечания. Лилия Фардиева – мать троих детей. Каждый день семья гуляет в Ерик-парке, любуется озером и птицами. Настроение иногда портит то, что новые скамейки оказываются списаны граффити, какие-то и вовсе сломаны. Специалисты регулярно приводят все в порядок, но лавочки и ограждения портят вновь. Хочется, чтобы это все осталось, чтобы мы гордились вот этим нашим местом, чтобы также еще больше народу приходили, гуляли. И хочется жителей попросить, давайте, пожалуйста, беречь эту природу, беречь все, что для нас здесь делают. Навести порядок в Ерик-парке поручила глава Самары Елена Лапушкина, которая в мае посетила Куйбышевский район. Также в ходе объезда она встретилась с жителями других территорий, обращение которых зафиксировал муниципальный центр управления Самары. На сегодняшний день, где вот мы проводим сейчас ремонтные работы в рамках восстановления внутриквартальных проездов, люди просили, вот, коль мы зашли, да, там где-то предусмотреть парковочные карманы, где-то какую-то часть отсыпать там гранулятом. Все эти мнения и, скажем так, просьбы людей были учтены на сегодняшний день, как я сказал, все эти поручения выполнены. Также были вопросы, связанные с деятельностью управляющих организаций, да, были совсем, скажем так, незначительные, легко устраняемые, да, где-то это санитарная опилка деревьев, вот, где-то это там, ремонт общедомового имущества. Все это также было проработано. Выездные встречи главы города Елены Лапушкиной во всех внутригородских районах проводятся в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом», который был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.